Приветствуем всех. И мы на следующую арену идем без оружия фактически. А, уже так даже. Понятно. Не то. Да блин. Сказать про ласковых разработчиков за то, что вот так вот в упор ставят кнопку включения инвентаря и поджога. Блин. Так, это мина. Угу.
Надо же. Так. Да, все есть. Ладно, нам, по крайней мере, дали восстановить боекомплект. Но так или иначе, вот эти вот сундучки немножечко не вдохновляют. Хорошо ударил. Буквально в никуда. Да что ты будешь делать, а? Да ё-парасоте, а! Да ты издеваешься, а? Его еще и кинуло к ним сразу. Да серьезно. Или они хотят, чтобы мы их вот конкретно вот эти шипы заманили? Да не, он вроде сдох. Само по себе.
И тупо ждем, пока он отрегенит. Вот зачем? Просто вот буквально зачем делать регенерацию, все равно надо стоять на месте и хрен пойми сколько ждать, пока она восстановит нам здоровье. Почему нельзя было просто не делать штрафа за низкое здоровье для бега? Типа надо не попасться на луч, что ли? Это мы зря. Или нет? С другой с этой стороны, возможно, получится. Да, получится, конечно. Ладно, поползли. Может, прокрадемся. Меня смущают вот эти вот кнопки на полу. Ну, в нагрузку к мини. Понятно, значит, радиус поражения все же здесь. Как тут двигаться в принципе. Блин, да ладно, чем он задел?
I make it out alive, I'm never riding in an elevator again. Sebastian, get away from him. Sebastian, listen to me. Stop. Your interests are the same as ours. Look, I get it. You're not just some rookie detective, and this is not just some ordinary kid. You killed Joseph and you shot me. So right at this moment, that's enough reason for me not to trust you. You're a good man. That's why I... It doesn't matter anymore. If you know who this kid is, if you know anything, you know why he can't be allowed to live. Bullshit. It's Ruvik. He's the one that... Да, блин.
гениально. Created this world. You cannot keep me here. Ruvik. I'm going to finish this. Vital signs, sir. Leave that one. And those two. They're not going anywhere. No one can.
go, go, go! Detective, are you all right? Is there anyone else? Just give me some real fresh air. И ничего так толком не объяснили. Такое ощущение, что авторы сами просто не знали, что они написали, и просто вот обрывки каких-то вот их потуг бросили местами по игре и тупо набили игру аренами для боя. Да. Когда-то давно, когда эта игра прошла у меня, они вроде говорили, что весьма хороша, но что-то этой хорошести даже близко не было видно. Ладно, может, дополнение, которое у нее есть, как-то получше все это раскроют, но пока что такое себе. Ладно, в любом случае, я так понимаю, с историей детектива на этом, пожалуй, все. Ну а кто желает, может посмотреть титры. Give up the light.
losing every last breath. Escape.